Ребята, всем привет, с вами Александр, мы называем Kinder Company. И все, наверное, уже известные, узнаваемые во всем мире вот такие вот конвертики желтые. Это значит, у нас посылочка из Китая. И это у нас очень классная посылочка. Давайте сейчас вот смотреть, что там есть. Вот в таком вот пакетике, пришли мне эти вот штучки. Здесь, ребята, это... Давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это 8 фигурок динозавров. 8 красивых, красочных. Это у нас раптор 1. 3 раптора. Даже 4 раптора. Это не раптор, это тиранозавр, ребят. Это у нас тиранозавр, 3 раптора, тиранозон, индоминус, трицератус. Ух ты, прикольно, смотрите, здесь голова в виде шлема, и там есть дырки. Первый раз вижу такое исполнение. И, конечно же, дилофазан. Вот такая вот у нас красивая, радужная, в общем-то, будет братья динозавриков, которая пополнит мою коллекцию легких динозавриков. Приступаем. А трицератус, ребят, у нас необычный, и давайте соберем его с вами вместе. Давайте приступим к самому интересному. Вот такая вот у нас есть голова. Голова как будто бы какая-то маска. Смотрите, вот берем один вот такой рог. У нас два рога. Вот один с такой большой задней стеночкой, другой с маленькой. Берем один рог, вставляем вот сюда. Вот так у нас получилось. И теперь вставляем наш второй рог. Вот так. Вот так вот получается. Второй рог у нас прижимает первый. И получается такая вот красивенькая у нас мордочка. И вуаля. Одеваем ее на череп. И смотрите, какой у нас классный получается трицератус. Но так, нам нужно еще одеть голову. Давайте одеваем голову. Так, это у нас задняя лапка. Передняя лапка. Еще передняя. И еще вот эта. Вот такой вот у нас классный трицератус. И вот такой вот наш первый герой. Довольно необычная раскраска. Хорошее исполнение. Ссылочка на этот конструктор, конечно же, будет в описании. Заказала его с Алиэкспресса. Все пришло, все собралось, все отлично. И очень необычно. Первый раз я вижу такие вот фигурки. Еще вот такой вот необычный раскраски. Мне они очень понравились. Мне очень нравится этот трицератус. Так, дальше у нас идет, ребята, три велоцираптора. Кто из них тут? Кому как больше нравится. Вот такая у нас темно-зеленая, серо-коричневая. И, в принципе, можно их и отличать, скажем так. Вот такие вот у нас рапторы, как видите, у всех есть такие вот правильные ножки с коготками. Раскрасочка у них у всех как минимум двухцветная. Такие все красивые, радужные. И вот так вот красиво челюсть ходит. Прикольно так щелкает. Открывались все рты, они очень удивлены, что они такой красивой раскраски. Собрались все хорошо, ножки держатся все хорошо, головы поворачиваются, ручки все двигаются, все собрано, все ручки прекрасно. Вот так вот на второй раптор. И вот так вот выглядит наш третий раптор. Хвостики у них пластмассовые, все полностью пластмассовое, качество хорошее. Так, дальше очень необычная раскраска для дилофазавра. У нас такой вот здесь оранжевый, кстати, похож на дилофазавра, который у нас в игре Мир юрского периода The Game мобильной для Android и на Apple устройство. Там тоже какой-то такой коричневого раскраса. Ну, а у нас тут он прям оранжевый. Смотрите, на ногах нету пальцев, то есть все правильно. И голова у нас была у этого дилофазаврика разделена на две части в наборе. Вот такой вот у нас красивенький дилофазаврик, ребята. Теперь идем дальше. Самое сладкое мы оставим на конец. И вот у нас подлетает крылья ваши. Вот такой вот у нас птеранодон. Был у меня такой лилишный птеранодон, он, немножко получше, как мне кажется, но к этому никаких претензий нет.
собрался он тоже прекрасно. Вот у него есть голова, которая поворачивается. Тоже на защелочке. Вот такой вот у нас керамбойчик. Короче, нужно будет сделать для них еще какую-то постановочку с центром, с зеленью, с деревьями, где они все будут у меня обитать. Но теперь переходим к самому интересному. И самое интересное, это у нас такой же самый необычный раскраски, синий тиранозавр. Может, это детеныш, но по размерам он даже уступает раптор. Вот у него очень красиво прорисована голова, тоже необычно сделаны зубки, смотрите, какие вот такие зубки, терочки. Голова, видите, крепится, туловище совсем не такое, как у рапторов. Голова так вот вращается, хвостик тоже пластмассовый. И у него есть такие вот золотистые принты. На всех динозавриках хорошие принты, не наклеечки, и довольно все необычно и неординарно выглядит. Так, вот так вот выглядит наш индоминус. У него вон, лапки не такие, не, хотя очень похожи лапки у тиранозавра и у индоминуса, но не такие, как у рапторов. Вот наш индоминус. У меня нет ни одной фигурки индоминуса, и я очень рад, что у меня появилась такая вот фигурка. Очень красивая у него голова, смотрите, совсем не похожа ни на раптора, ни на тиранозавра. Кстати, индоминус у нас покрупнее, помассивнее, но по туловищу немножко выглядит, ну, особенно голова. Голова у него точно больше. Как в конце фильма «Медвежья». Ну, как видим, у нас такая фигура такая беленькая. Раскраска у него это темно-коричневая пятна. И тоже все есть множество. Ну, очень мне нравится, как выполнены эти зубки. Зубки такие поодинокие, торчащие, как у настоящего индоминуса. Вот такие вот у нас, ребятки, классные мини-фигурочки. Целый набор из 8. Я очень был удивлен и очень рад, что они мне таки доехали. Вот так, всем, кому понравилось, переходим по ссылочке под видео, заказываем на Алиэкспрессе. Мне они пришли недельки за 2-3. Ну, на этом, ребяточки, вот это. Я с вами попрощаюсь, а вы напишите в комментариях, какой вам динозавр понравился больше. Вам понравился такой вот маленький индоминус, уже вот такого необычного цвета, синенький тиранозавр. Или, может быть, вам понравился больше всех фиолетовый трицератопс. Или, может, вы любите оранжевого дилофозавра или цвета радуги стаи велоцирапторов. А может, кто-то любит просто летать, парить в облаках на коричневом тиранодоне. С вами был Александр. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До скорых встреч!